11. Что это за дата? Самолеты врезались в здание. И как это повлияло на нашу страну? Люди осудили целую религию из-за произошедшего. Это справедливо? Нет. По-прежнему считаю, что надо немедленно разбомбить плотины. Что, люди утонут? Погибнет примерно 200 тысяч человек. Нет, нет, нет. А мне лучше сбросить на них атомную бомбу. Она у вас готова? Думаю, это чересчур. А вас что, так пугает атомная бомба? Генри, бог ты мой, начните мыслить масштабно.